Добрый вечер, наши подписчики, друзья, зрители. В эфире «Счастливые обезьянки». Сегодня мы вечером гуляем в игровой. Прошел у нас такой ураганный ветер, дождь. Маруся в окошко смотрела так пугливо. И не стал я на улицу выводить. Решили погулять здесь. Там грязно, сыро. В общем, дома. Гошечка наш, вот он, на месте. Что-то тут подхрюкивает. Нет-нет. И особенно это делает, когда Маруся начинает к Наташе прыгать. Играться с Наташей. И тогда Гоша начинает возмущаться. Ему не нравится это. У него ревность. У него ревность. Распробовал, Сереж. Хлопушки, да? Ну да, хлопья, это ж хорошо, Гош, они кушай. Полезные, да. Все, наелся уже. Они не голодные. Друзья, вечер добрый, поближе. YouTube, я вас приветствую, страна, я вас приветствую. Присаживайтесь поудобнее, подарим вам несколько минут времени. Всех рад видеть, обнимаю и целую. У Гошани воспитательный процесс начался что-то. А Маруська легко прыг-прыг от него. Ну и слава богу, нам главное, чтобы Гошка побегал, попрыгал немножко. Не напрягаясь, как говорится. Ой, у мамы там кто? Ой, у мамочки котеночек. Мусечка родила трех котят, двое не выжили, один выжил. Ну, мама сказала, оставим, кому-нибудь отдадим, желающих много. Да, пески еще маленькая. Муся, между прочим, с нами, сильно не переживает, не волнуется, потому что она знает, что Маруська воспитает и еще одного ее котенка. Так что все нормально, да, Марусь? Давай, потихонечку, аккуратненько, аккуратненько, очень, да. Он маленький еще совсем. Маленький котеночек. Ой, как она котят любит. Вообще она этих котят любит. Так она уже к груди его, к груди. Ага. К груди. Прилаживает к груди. Типа, что ты не сосешь? Тимошка сосет, а ты что не сосешь? Ой. А он какой-то уже большой, прям за сутки, Наташ, стал. Ага, вырос. Иди к маме сюда. Иди к мамочке, иди. Мама не будет забирать, наоборот, будет с тобой рядышком. Ой, и на каточки все. Все ж, где все не так, все сделала, все правильно. Котенок вообще даже не возмущается, она так аккуратненько делает все. Мусь, ну проверь, правильно она делает. Вот эта крестная мама правильно делает, Муська, все? Правильно ухаживает. Мусечка прыгнула, проверила, как дела у котенка. И сидит спокойненько. Но она такая прелестная кошка тоже. Гошаня как барон пришел на кресло, сел и на Муську смотрит. В глаза так заглядывает ей. Ой, и к груди прижимает, друзья, его. Учит их.
такая хорошая. Муська рядом. Ну, не знаю, она очень доверяет Марусе с детьми. Она ни раз, ни два уже в этом убеждалась, смотрела. Друзья, Гошечка решил в вольер по свой потопать пойти. Представляете? Друзья, забежали наши любимки домой, к себе. Время уже позднее, 10 час. Вот. Поэтому будем заканчивать свое видео. Всего вам доброго, хорошего. До новых встреч. Пока-пока.